приветствую на нашем канале Optonet. Кто еще не подписан, обязательно подписывайтесь, потому что на канале много интересного, самое главное, полезного. Подписывайтесь, кому понравится, оценивайте, кому непонятно, пишите в комментариях. Сегодня я вам покажу, как поставить пароль на ваш компьютер. Это стационарный компьютер или же ноутбук, абсолютно не важно. Но бывают такие ситуации, когда вот компьютер без пароля, и там есть какая-то информация, чтобы вы, например, не хотели, чтобы кто-то ее видел. Да или вообще не хотели, чтобы ваш компьютер кто-то включал без вашего ведома. И хотели бы поставить пароль, но не знаете, как это сделать. Сейчас я вам расскажу и покажу. Делается это максимально просто. Не нужно устанавливать никакие программы, не нужен даже доступ к интернету. То есть все делается максимально просто и одинаково на ноутбуке и на стационарном компьютере. Сейчас я вам все покажу и расскажу. Кто не подписан, подписывайтесь. Приятного просмотра. Погнали! Итак, ребят, вот вы видите уже мой рабочий стол моего компьютера. И сейчас я покажу, как поставить пароль на ваш компьютер или ноутбук. Абсолютно неважно, еще раз повторюсь, где вы ставите пароль. То ли это стационарный компьютер, ну, имейте, знаете, системный блок. То ли это просто ноутбук. Для того, чтобы поставить пароль, вам необходимо в нижнем левом углу, вот здесь, вот эта кнопочка называется «Пуск». Если на нее навести, он покажет, что «Пуск». Нажать левой клавишей мышки один раз, не дважды, один раз нажимаем, и нас перекидывает, ну, открывается в нас такое окошко. И где пользователь, вот здесь есть сверху такая картинка. Она может быть разная, то есть ее можно изменять. У меня она синяя или голубая, у вас может быть абсолютно другая. Это не важно. Для того, чтобы изменить пароль, нажимаем на эту картинку. И нас, собственно, сразу перекидывает туда, где все это и происходит. Не нужно никаких приложений устанавливать, абсолютно ничего. Если уже у вас стоит какой-то пароль, то здесь есть изменение своего пароля. Опять-таки, если вы хотите удалить свой пароль, если он есть и вы хотите удалить, вы можете удалить свой пароль. Нажимаем, например, удаление своего пароля. И для того, чтобы его удалить, просто вводим тот пароль, который у нас стоит, нажимаем удалить, и все. Сразу пароля на компьютере не будет. Если же хотите изменить, нажимаем изменение своего пароля, вводим пароль, который у вас сейчас на данный момент стоит. Вводим новый пароль, который вы хотите поставить. То есть абсолютно любой пароль, который вы хотите поставить. Ну, я вот, допустим, ввожу вот такой пароль. Здесь есть подтверждение пароля. Вводим опять подтверждение нового пароля, который вы хотите поставить. И здесь есть «Введите подсказку для пароля». Эта подсказка лично для вас. Можете ввести, вот, например, вы написали какое-то слово. Например, первые две буквы можете написать. И при включении компьютера он будет показывать вам эту подсказку, чтобы вы не забыли какое-то слово, ну или хотя бы поняли начало, с каких букв оно начинается. Дальше нажимаем «Изменить», то есть «Сменить пароль». И все, после чего не нужно даже перезагружать компьютер, он автоматически у вас пароль изменился. И когда в следующий раз вы будете перезагружать компьютер, то пароль будет именно новый, именно тот, который вы только что поставили. Кому было полезно, подписывайтесь на канал, оценивайте наши ролики, кому понравилось, ну и кому непонятно, пишите в комментариях. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч на нашем YouTube-канале Optonet.